Путь от небольшого объединения до полноценного ансамбля вокалистов коллектив Дворца ветеранов околицы прошел за 5 лет. В этом году труппа отмечает первый юбилей, рассказывает руководитель Вера Кожакина. Со дня основания коллектива выступления для широкой публики приносили особое удовольствие. Артисты стараются не пропускать ни одного фестиваля. Вот недавно даже стали лауреатами конкурса «Самарская вишня». Ежегодно принимают участие и в закрытии творческого сезона Дворца ветеранов, где и образовался вокальный кружок. В этом году программа связана с народным творчеством и традициями. Отсюда соответствующие наряды и музыкальные инструменты. Мы приготовили народную песню «Ты позволь, позволь, хозяйка» вместе с инструментами шумовыми. У нас Красноглинский район очень певучий народ. Ежегодно все коллективы Самарского дворца ветеранов участвуют в творческом сезоне. В этот раз его закрытие прошло в мае и отметилось праздничным концертом. На нем участники разных кружков самодеятельности показали, чего достигли за прошедший период. Закрытие 21-го творческого сезона прошло в Доме культуры «Заря». Также в холле Дома культуры желающие могли увидеть картинную экспозицию, которую приготовила творческая студия Дворца ветеранов «Гармония». Участники коллектива быстро освоили разные техники и уже сейчас организуют индивидуальные выставки, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Мы на сегодняшний день практически все интересы пожилых людей можем удовлетворить. И я могу с уверенностью сказать, что и новые объединения будут появляться. Но тем не менее мы развиваем традиции, мы чтим традиции. Большинство творческих объединений Дворца ветеранов – это уже полноценные концертные коллективы. Некоторые из них имеют почетное звание народных, принимают участие в большинстве самарских праздников в качестве артистов и выступают на самых разных площадках города – в театрах, скверах, парках, на площади Куйбышева. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.